В «Газпромнефть» Ноябрьск-Нефтегазе в рамках спартакиады среди структурных подразделений прошли соревнования по лыжным гонкам. На старт вышли представители 12 команд, которым и предстояло определить сильнейших как в личном, так и в командном зачетах. Впрочем, борьбы за золотые медали не получилось. Команда аппарата управления «Ноябрьск-Нефтегаза» была значительно сильнее своих соперников, и их спортсмены легко выиграли гонку в личном и, соответственно, в командном зачетах. Настроением я вышла вспомнить свою юность, молодость. И только вот этим воспоминаниями вышло, как те далекие годы, 82-е годы, здесь 70-е годы в Сургуте, как мы лыжами занимались и защищали честь нефтяников. Довольны сегодняшним результатом? Конечно нет, я в этом году где-то пятый раз, наверное, на лыжни вышла.